Всем привет! Снова я на рыбалке. Ловлю живца. Немножко поймал такого чупака. Плавает. Что-то вообще плохо клюет, ловится. Прикормил, а он... Ну ладно, хоть по чайной ложке. Так, сейчас поймаю живца и поеду проверять постовушки, нащупаю жерлиц. И удочки еще поставил на налима. Тоже надо ехать проверять. Вчера проверял, все на дзене выложил, весь отчет, ролики. Так что, кому интересно, переходим на дзен, смотрим на дзене. Ссылку в комментарии оставлю и в описании к видео. Рыбачим. Рыбалка продолжается. Все только начинается. Сегодня 1 декабря. Вся зима впереди. Да, товарищ. Вам еще щуку с налимом надо ловить, а вы тут загораете, лежите. Или хотя пускай отдыхают пока. Главное, чтобы не передохли. Должны вроде. Сейчас лед почищу, уберу. Все, сейчас еще немного подловлю, поеду проверять жерлицы. Проверю жерлицы, делаю ролик, выкладываю на дзен. Кому интересно, смотрим на дзене. Канал также называется Ромыч Сургутмал, как и на ютубе. Ладно, все, всем пока. Кому интересно, переходите, смотрите.